I was born in Moscow, but I remember nothing of that time. I was just an infant when the old world was destroyed in the flames of nuclear fire. I, along with 40,000 others, were saved by retreating to the metro stations deep under the city. Now, 20 years have passed, and going up into the embrace of an endless winter was left to a few brave souls. The metro was our home, and our fortress against the nightmarish mutants who roamed the tunnels. Still, we never gave up hope that we would return to the surface. But one day, a new threat appeared, and we found ourselves in a war to determine the very existence of our species. Становилось все холоднее. Мы с Мельником поднимались все ближе и ближе к поверхности. Через минуту мы должны были оказаться наверху, наедине с воющим ветром, наедине с чудовищами, наедине с самой судьбой. Я был почти у цели. Когда ты покидал свою родную станцию, думал ли ты, что мы окажемся в таком положении? Что мы даже не будем знать, спасаем ли мы наш мир или обрекаем его навсегда? Поймал. Чтобы подняться на поверхность, нам придется пробраться через брошенный блокпост, Артём. Тихо. Там что-то есть в соседней комнате. Открывай гермоворота, я прикрою. Ржавая дрянь. Вечно все ломается. Придется открывать вручную. Артём, пошебурши по ящикам, вдруг найдешь что полезное. Готов, Артём? За мной. Сорвался? Ну ничего, давай наверх. Ну все, давай наверх. Так-так, похоже, никого нет дома. Не забудь надеть противогаз перед выходом на поверхность. Без него ты долго не протянешь. Почти на месте. Это концертный зал. Отсюда до башни два шага. Заряжай оружие. А вот и стражи. Пожаловали.
Давай-ка наляжем. Тянем под ним. Тянем вместе. Готов? Тянем. Двинули. Вот она, наша цель. Наконец-то. Мельник на связи. Ульман, как слышите? Прием. Слышу вас отлично, прием. Мы у башни. Повторяю, мы у башни. Группа выдвинулась. Прием. Так точно, они на связи. Говорят, что приближаются к башне. Принято. Следующий сеанс связи, когда поднимемся на башню. Как слышите? Как добрались, товарищ полковник? Что это за шум? Слышите? Какого черта? Круг! Быстро! Метро – это наш дом. Это все, что у нас осталось. Да, жизнь тут не сахар, но ты всегда знаешь, что на твоей станции каждый человек тебе как родной. Тебе есть ради чего и ради кого жить. Но с тех пор, как появились эти мутанты, все изменилось. Мы стали другими. Нами правил страх. Пока не пришел он, Хантер, друг моего отчима. Артём, проснулся наконец. К нам скоро придет Хантер. У него-то всегда самые свежие новости с других станций. Вставай, тебе тоже будет интересно послушать. Пойдем, Артём, пойдем. Дерьмо, свиньи, витамины. Я не через такое прошел. Я этого не боюсь. Саша, и что ты хочешь сделать, да, Коля? Этой станции недолго осталось, если нападения черных не прекратятся. Мы должны что-то сделать. Да что еще мы можем сделать? Черные нас всех перебьют до единого и сожрут. Давай послушаем Хантера. Сереженька. Сереженьку моего никто не видел. Сережа. Прошлой ночью они снова напали на наш дозор. Госпиталь переполнен. Мам, все под контролем. А пойдем, Артем, пойдем. Ждать? Леша, Леша, боже ты мой, что же делать теперь? Где ты, Леша? Посторонним нельзя. Петр. Что с Алексеем, не знаете? А, извините, не узнал. Не видишь, он раненый. Леху кто-нибудь видел? Леху, рыжий.
нашего. Проходите, товарищ Сухой. Здорово, Артём. Как раненые? Никаких улучшений. Этим утром еще двое скончались. Черные убивают не сразу. Но они словно разрывают нам мозг. Душу рвут. Люди сходят с ума. И умирают рано или поздно. Нет, добраться. Добраться. Погоди. Не выходит. Нет, нет, проваливайте, не трожьте меня. Это может быть. Это Хантер. Все в порядке. Мутанты не стучатся. Давай, открывай чертовы ворота. Добро пожаловать на ВДНХ, Хантер. Спасибо. А теперь закройте ворота. Давно не виделись, Хантер. Рад видеть тебя, Саш. Здравствуй, Артём. Ну, Хантер, какие вести с полей? Что в мире творится? Ну как, да все как обычно. Все говорят только о вашей станции и этих ваших мутантах. Артём, я тут прикупил древние открытки с видами Нью-Йорка. Держи. Это не просто мутанты, поверь мне. Это что-то новое. Что за дьявол? Что-то страшное. Черные, да? К черту детали. У нас в Ордене заведено так. Врагов надо истреблять. Тревога! Кто-то проник в главную вентиляционную шахту. Они идут сверху. Что, черт подери? Только этого не хватало. Черт, тут же за стенкой наша больница. Кирилл, бери своих, закрывай туннель. Саныч, мы остаемся в этом зале. Согласен. Артём, бери оружие. Здесь. Артём, хватай пушку. Черт, где же они вылезут? Они придут сюда. Больница рядом. Запах крови. Какие же это черные? Обычная туннельная нечисть. Даже когда ты не видишь черных вокруг, они все равно рядом.
Ты о них думаешь, ты их боишься. Страх их оружие. Прочие туннельные гады бегут от них, как крысы. Черные не просто мутанты. Это Homo novus, следующая ступень эволюции. Выживает сильнейший, знаешь? Так вот это не про нас. Да что с тобой случилось? Ты как скотина, которую ведут на бойню. А я буду цепляться за жизнь до последнего, понял? А когда отправлюсь в ад, прихвачу с собой этих твоих гомоновусов. Пойди, глянь! У меня в госпитале десяток проверенных бойцов пускают слюни и бормочут ерунду. Даже душу мы покажали! Внешний блокпост уничтожен! Известно, что творится за последним рубежом вашей обороны. Я пойду на разведку. Слушай меня внимательно, Артём. Если я до завтра не вернусь, ты должен добраться до полиса и найти человека, которого зовут Мельником. Расскажешь ему, что случилось со мной и что происходит в ваших туннелях. Покажи Мельнику вот это, чтобы он поверил, что ты от меня. Я надеюсь на тебя, Артём. Не подведи. Если мы хотим выжить... Мы должны уничтожить эту угрозу. Любой ценой уничтожить. Понял? Хантер не вернулся. Сбежать с ВДНХ мне было непросто, но я ведь дал ему слово. На следующий день к Рижской уходил караван. Караванщик набирал охранников, и я завербовался. Кондуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке родной. Наконец-то! Ты, блин, в своем обычном темпе, да? Ладно, хватай шматье вооружейное и на платформу. Они уже заждались. Я буду там и смотри, ничего не забудь. Вот стоц, перевертоться, бабушка, здорово! Вот стоц, перевертоться, кушает компот! Вот стоц, перевертоться и мечтает снова! Вот стоц, перевертоться, пережит налет! Извини, Артём, тут пока закрыто. Только дозорные могут пройти. Прости, парень, пока не могу Прекрасно. Тебя пропустить. Где ты вообще эту запись нашел? Пришлось заплатить хреновую тучу патронов за эту штуку. Ты же меня достал! Точно дорого, что купил я терплю? Говорила мне мама держаться от тебя подальше. Говорила, что ты дебил, неудачник. Мама, ты была права. Ну ладно. А теперь давай нарисуем что-нибудь другое. Ну, например... Давай нарисуем вот домик, этакий мужчина, ты хочешь такой жить глаза, оборачивается ко мне и говорит: девушка, если бы моя жена готовила так, как вы, слушай, я бы сам счастливый человек. Меня своих обрадуется. Ну, я не знаю, что же ваша жена готовила? О, невозможно просто. Люди грязные, вруны, лицемеры, предатели сплошные. Посмотри-ка, кто тут такой чистюля? Под ноги смотришь, на следилку, да убирать кто будет. Вот я в тебя ну я же просил тебя никуда не отходить. Станции, знаешь, как я за тебя совместно действовать. Никогда, никогда больше не делай так. И так хорошо, далее. Ба. Извини, я больше так не буду. Ну за что это? Вот, посмотри. Ну, скажи, больше. Без хорошего автомата, считай, нету солдат. Засолите браги, свежие уши. Что, сегодня утром они слышали? Опять нажрался. Давай, вставай, скотина пьяная. Давай, Сашка. Выбирай свой подарок. Отличная комбинация. Лучший курс только здесь. Сколько можно синячить? Клянусь, если ты не встанешь, я вернусь со сковородкой, и тебе хана. Подходи, выбирай.
чё, Артём? Ты чё, блин, туннель с пустыми руками собрался? Дуй в оружие, но прибарахлись как следует. Господи, Солкашов. Так что у нас с этим новичком? Похоже, совсем зеленый еще, да? Да ты иди, эй, Артём, тебе оружие нужно? Давай-ка посмотрим. Автомат калибра 5.45. Сделано на Кузнецком мосту. Стреляет криво, перегревается в 2 секунды. Поэтому называется ублюдком. Годен в воинской службе. Стреляй и пригибай. Стреляй короткими очередями и патронов не забудь набрать. Универсальная зарядка для фонаря. Батареи заряжать. Ну и противогаз. Надевай везде, где высокая радиация. Или на поверхности, если тебя туда, ну, не дай бог, занесет. Армейские аптечки на всякий пожарный. Так, теперь все хоккей. Хочешь опробовать свой арсенал? Прошу в мой тир. Ну и просто постарайся первое время особо не высовываться. Окей? Можешь теперь эту инструкцию засунуть тому, кто ее писал, знаешь? Артём, как ты там? А, Артём, слышал, ты в караван записался? Что-то сзади гранат, как дернет. Мы зовем замыкающего. Ничего. Подари себе пистолет, заставь себя уважать. Канат, а он будто откушен кем-то. И слюни какие-то на конце ноги. Замыкающего, понятно, больше никто не видит. Толян с тех пор ни с кем не разговаривает. Господи боже. Так что у меня теперь свое... Так, уважаю! Наконец грамотного человека встретил. Если за тобой, ничего не поможет. В большом отряде даже хуже. Путаница, люди по своим полям. Отступать нельзя, надо раненых тащить. Я теперь один хожу, редко когда с напарником. Все равно не поможет. Кроме, понятное дело, перегона между Сухаревской и проклятой Тургеневской. Чудненько! Там все по-особенному устроено. Ай, молодца! То, что надо. И мне, и тебе. Замечательный выбор. Ну, как хочешь. Уничтожает все живое лучше спирта!
и не оставляет похмелья. Просто огнемет. Акция «Купите ТТ, глушитель в подарок». Шутка, ТТ нету. Ты думаешь, мы доживем до того дня, когда снова сможем жить наверху? Я вот никогда Москву не видел. Только старый... О, привет! Ну чё, как? Нет больше никакой. И наш дом сможет. Не будет. Земля достанется. Ладно, сынок, ты готов? Слав. Слышал уже, наверное, что мы собираемся с Рижской заключить договор о союзе. Ну и в качестве жеста доброй воли этим караванам отправляем им пока что гуманитарную помощь. Они там бедно живут. Вы должны приглядывать за грузом. Ехать тут недалеко, и туннели вроде спокойные. Артём, послушай меня, сын. Я вижу, ты все на Хантера засматриваешься. Тоже хотел бы сталкером стать, наверное. Но у сталкеров, у них ведь другая жизнь. Они от природы суровые. Жестокие даже. Ты не такой. Так что не играй там особо в героя, ладно? Проводишь караван до Рижской и возвращайся домой поскорее. Береги себя. Птички с мороженым шарфами. Там всегда музыка несется. А вот, какой плод, не надышаться. Какой прекрасный мир мы уничтожили. Все, привет, готово. Тем. Теперь опускай. Поросенка не хочешь приручить? Спину или там спину все Артём! Сюда! Честь имею. Ну что, готов выдвигаться? Готов? Тогда двинули. Ясно, что границы Родины спокойны благодаря ему. А я бы, если такую штуковину изобрел, точно бы свихнулся и повесился. Представь. По местам. Ты, Артём, садись сюда. Никто ничего не забыл? Все, затарился. Тогда пошли. Эй, ребята, вы на Рижскую едете? Типа того. Не подбросите? Не вопрос, на зайцем не поедешь. Придется поднапрячься чуток. Всегда готов. Тогда двинули. Ну все, удачи всем, кто остается дома. А нам с вами, парни, удачи вдвойне. Ну, мужики, поехали. Пожелайте нам удачи. Ну как, готовы немного прошвырнуться? Круто, да, Артём? Наконец-то свобода. Хотя бы на время поездки. Думаю, будет здорово и опасно. И это еще круче. Так я покинул родную станцию. В первый раз с далекого детства. Мне было неловко, что я не сказал отчиму всей правды. Я не собирался возвращаться домой с Рижской, но я не мог подвести Хантера.